Мне пришлось ее уничтожить. Однажды мне прислали алмазную мозаику, но схема оказалась косячной. Прежде чем я это поняла, я успела сделать только небольшую часть картины. Кстати, мне вернули за нее деньги, поэтому с этим все нормально. Вопрос в другом. Теперь у меня осталось очень много страз самых разных цветов. И теперь меня мучит вопрос, куда же их можно деть? Выкидывать жалко. Я дополнительно использую много страз, когда делаю торцы картины. На это, конечно, уходит много. Но здесь все равно еще больше. Я думала, может быть, самой распечатать схему для алмазной мозаики и сделать все самой. Но, блин, мне кажется, это слишком сложно. У кого есть идеи, что можно вот с этим совсем сделать?